Какая жизнь? Такие люди. Пусть кто-то верит, нет судьбы. Но все в руках хозяйки судеб. И все в ее руках рабы. Багровым оттиском заката, янтарной вспышкой на краю, перезагруз зональных пятен играет новую зарю. При свете мертвого полудня, что длится ровно 6 часов, звучит смертельный жатвы лютня, и гибнут все, кто шел на зов. По норам прячется живое, и упаси того Господь, кто не покинул поле боя, кто продал зоне свою плоть. Рождая сотни аномалий, уродуя тела зверей, она творит из пепла тварей, что с каждым часом все хитрей. И вот уже угрюмый сталкер, едва полудня свет затих, у выхода из базы замер, напутственный читая стих. И снова за хабаром ходка, ружье и старый пистолет. Во фляжке затаилась водка, в кармане несколько галет. Супротив мира одиночки, здесь брат для брата конкурент. Над «и» расставлены все точки в один прекраснейший момент. Под сумок полный артефактов и 2 патрона для ружья. Теперь на базу ход по тракту полному зверья. Ах, зона, ты такая стерва, нарыв на теле у земли. Но ты нам закаляешь нервы и добавляешь в тело веры. Мы здесь свободу обрели.